Владимир Ильич, ваш комментарий о сегодняшней игре. Я еще в предыдущем комментарии говорил, что мы сыграли два разных тайма, поэтому я думаю, что в первом тайме, хотя мы знали, как соперник действует, мы хорошо проанализировали состав, который мы думали, что выйдет на поле, мы попали, то есть мы 100% узнали и перед матчем, что они вот этим составом будут играть. Ребята знали, в принципе, каждого игрока в отдельности, как он будет действовать, потому что мы знали, что «Факел» ставит акцент больше на быстрых атаках и на стандартах. Тем самым он нас как бы не удивил, но вот мы не смогли отвратить этот гол, который мы пропустили. И было бы больше у нас уверенности в нашей игре, в начале атаки, чтобы мы не просто этот мяч выносили, но играли в свою игру, которую мы проповедуем и которую мы просим. Я думаю, чтобы у нас был бы другой результат.